Молодой человек на скамье подсудимых уверяет, к произошедшему он не имеет никакого отношения, а то, что его обвиняют в двойном убийстве – ошибка. То есть, если это сделал я, да, то пусть меня посадят там, казнят и прочее, если такая мразь, да, убил маму, папу. Если нет, соответственно, я отсюда выйду. По версии следствия, ночью с 8 на 9 августа прошлого года в Новокуйбышевске обвиняемый зарубил родителей топором, после чего скрылся. При этом, как рассказали силовики, во время предварительного следствия подозреваемый не раз менял свои показания. Как считает обвинение, в этом уголовном деле далеко не все просто. Исходя из предъявленного его обвинения, исходя из того, что он говорил на стадии предварительного следствия, мотивом послужила личная неприязнь, которая сложилась на фоне длительное время происходящих между ним и родителями ссор. Он назвал это в качестве мотива убийства. Во время предварительного заседания подсудимый запросил рассмотреть дело с участием присяжных. После формирования коллегии присяжных слушание дела продолжится. Если вину молодого человека докажут, ему может грозить вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Эту партию контрафактного алкоголя самарские полицейские обнаружили на складе в железнодорожном районе. 7 сортов вин отечественного производства, 20 видов водки и 6 коньяка. Общий объем изъятого – 16 тысяч литров. На всех бутылках, как установили эксперты, наклеены фальшивые акцизные марки. Как оказалось, наведываются сюда оперативники не впервые. В прошлом году здесь также изымали нелегальное горячительное, которое продавали в сельские районы области, а также в Тольятти и Новокуйбышевск. Сейчас силовики устанавливают каналы поставки спиртного и рынок сбыта. В ходе проведения мероприятий, именно обыска, был задействован специалист, непосредственно который определил, что на складе, находящемся по указанному адресу, находится алкогольная продукция, маркированная также по отдельными акцизными марками. Такие партии занимаются нечасто. Это свыше 16 тысяч литров. 118 преступлений за сутки. Главным образом это мошенничество, факты незаконного оборота наркотиков и кражи. Больше половины дел уже раскрыто. В Куйбышевском районе Самары полицейские задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к наркотрафику. При личном досмотре в присутствии понятых в правом кармане куртки полицейские обнаружили у задержанного вещество растительного происхождения. По заключению экспертов, изъятым является марихуана массой более 247 граммов. По факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Идет следствие, силовики устанавливают, откуда у задержанного наркотик и для кого он предназначался. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.